Вот у вас мы нашли рыбку до 20.02. Отлично, сейчас перейдем. Мы с тобой купили, да, я заберу с вами. Не, мы и купим сейчас. Я хочу все посмотреть. Мы сейчас посмотрим, переживайте. Сказки про то, что просрочки в первом игроку. Представьте, пожалуйста, вынесем. Разора там сделали. Это что, покупки? Это что, игра? На карте нам вернули. Другой магазин? Да. Поехали. Денис, он и хлеб та же самая, ничего не изменилось. Можете ползать, мыши лазят, руки, бичи развязаны руками. Вы туда летите. Здравствуйте, а позовите, пожалуйста, руководство магазина. Уберите, пожалуйста, камеру от меня. Пожалуйста, не уберу, позовите. Нет, это. Я позвала. Все, спасибо. И не смотри, как быстро убрали все. Даже директор не успел прийти, как они уже убрали, да. Вот это говорит о том, что умышленно вы это делаете, умышленно знаете, осознаете. Просто нам это все просрочено. Ну, наверное, утилизировать сейчас будет. Наверное. Сейчас и узнаю. Ну, вообще не просрочено. Ну, либо маркировку поставят, что только ток из пяти. Да, видимо, упакуют, поставят свежую маркировку на просроченную товар. Здравствуйте. Здравствуйте. А что случилось? Ну, убрали. Мы зашли и сразу убрали. Просрочено. Конечно. А скажите, пожалуйста, вот мы вроде раньше приходили и до вас донесли информацию. Да. Вы более того знаете, что это неправильно. Вот прям как мы пришли, все убрали. Вот надо каждый раз приходить к вам? Ну, наверное, надо. А, наверное? На Ленина 71. Сейчас мы будем на Ленина 71. Там булочки упакованы, прям маркированы. У нас, к сожалению, вот сейчас пока не пришли еще пакеты. Орехи упакованы все. Можно упаковать обычно? Упакуем обязательно. Ну, обычно, да, вот который там пакетик. Пакетики упакуем. С этикеточками все делаем. А что мешало раньше? То есть мы долго не ходили? Нет. Проблема с упаковкой была. Вы же сами только что сказали, что проблемы нет, там упакуем. Нет, мы упакуем. Мы упакуем в зеленый пакет. Вот, смотрите, сколько у вас. Это же пакеты для кого? Зеленые пакеты, они подольше, они очень большие. Не, но они же здесь лежат для булочек. Ну, для то есть людям, то есть людям самим можно это упаковывать, а вам самим можно. Ну, потому что люди берут не по одной булочке. Ну, а если по одной булочке? А? Ну, по одной мы в такой мешок не можем, к сожалению, положить, потому что она болтается в этом мешке и вся. Сейчас должны прийти пакеты. Но надо этого это не подставить, да? Нет, конечно. Можете прийти проверить через час. Да. Будет свежая, да? Будет горячая? Ну, насколько горячая? Ну, свежая. Если мы чистим, ну, она еще будет горячая? Ну, не знаю. Если ее сейчас выпекут, может, она уже подостынет через час. Или будет та же самая? Нет, почему? Другая. А при нас вы можете утилизировать? Нет, я утилизирую, к сожалению, все вечером. У меня... Что? Ну, у меня контейнер еще не вылезет. Так, а может быть, мы придем вечером? Пожалуйста, приходите. А во сколько подойти, чтобы нам проконтролировать по видеозаписи? Полина Юрьевна, надеюсь, что как бы то, что вы сказали, это будет соответствовать действительности, и вы нас не обманете. Все, да? Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Причем они знали, что убирать. Знали. Сразу бросились на хлеб и сразу бросились на вот эти сыпучие орешки и тому подобное. Изготовлено 18.11. Срок годности 3 месяца. Три месяца, да? Это значит у нас получается 18.01, 18.02 был. Ну да, 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 просрочено. Ну снимай их, что. А здесь свежие. Это явно не срок годности. Написано. Написано номер партии. Изготовлено один метр. Ну вот тут в уголке, смотри. А-а-а. Это номер партии. Привет.
Ну, просрочки на 1624 рубля. Надо это все видеть. Взяли конфетку. Лучше здесь на русском языке. Изготовленные 18-11-22 года. Трубы на 3 месяца. Мы их перегрели. Тут получается 18-1-02 ну, последний день. Правильно? Вернее, 17-02 Ну, я так предполагаю, что вы умеете конфетку. Чего? Я предполагаю, что вы умеете конфетку купить на тирамису, потому что их давно нет. От них взяли коробку, а в них должна была лежать такая бумажка, потому что рядом с теми же конфетами вставлено было две бумажки вот таких. Ну, я могу вам даже показать. Была, да, нет, там две. Я считаю, что они просрочены. Где дата изготовления? Вот они. Вдвоем компакте. Вот. Я даже по видео могу показать, что эту бумажку доставала я отсюда. Вот. Потому что мне надо было посмотреть, что это за конфеты. Везде. Ну, это принято. Коробка. Вот мы посмотрели, эти срок годности хорошие. А на самом деле просрочены? Ну посмотри, по той самой партии. Ну, получается, они просрочные. Та же самая партия. 20-го? Что? Нет. До 22-го, 12-го, 2023-го. Это какие конфеты? Вот, а вот эти? Да, нет, 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 подождите. Они все с разных партий. Вот это отсюда конфеты. Где коробка еще одна? Почему вы положили именно сюда? Ладно, я понимаю, можно сказать, сюда вы положили, было много. А родная, почему здесь? Нет, родной. Потому что коробки пришли и, что? Как сказать, смятые нам сюда и было не поставили. Это разница. Вот эта коробка стоит здесь? Это родные конфеты? Нет, они должны быть. Родные конфеты? Да. Так, почему здесь и здесь? Они не родные. Просрочные? Нет, они не просрочные. Ну как они не просрочные? И поэтому я специально для них вставляю вот такие бумажки с каждой партии. Замечательно. Здесь сделал. Что, ну я могу предположить, что просто людям неудобно, кто-то мог купить. Ну да, я могу предположить, что она просроченная. Потому что здесь одна упаковка с нормальным сроком годности. Если бы конфеты были с нормальным сроком годности, они лежали бы в этой же упаковке. Правильно? Почему они разложены по разным местам? Это явно, что вот это не могло уместиться здесь. Потому что коробка маленькая, да? И здесь тоже самое не могу. Так как? Они все идут одинаково. Правильно? Ну как такое может быть? Вот это опять же, где срок годности? Нет срока годности. Нет, ну никак. Нет, ну по этой маркировке, а других почему-то конфет, оно годно. Если вы ставите, вы должны вот эту маркировку старую отрывать. Нет, Иванович, подойди и посмотрите вот сюда. Годен до какого? Да, видите? Годен до 9-го, на 3-го. Или вы хотите чисто... Он тоже свежий. Просто в другой упаковке, наверное, есть. Да? Тоже свежий? А, они в другой упаковке? Странно. А птица дивная. Ну, на это-то что скажете? Просрочено? Я с этим соглашусь. А с этим не согласитесь. Вы нам за эти конфеты собираете деньги? Да, замечательно. Вот до 1 марта просрочено. Ну вот как? Тут вы уже не можете сказать, что у вас упаковки нет и тому подобное. Нет, это не согласен. Вот. Хотите попробовать? Попробую? Попробуем. Не помню, что это. Чуть горчат. Наверное, кокосом. Мы ждем полчаса, да, и заходим. Если у вас будет, то это все по рукам. Говорит? Пойдемте на заработку. Карту прикладывайте, пожалуйста. Да.
сейчас здесь вообще ничего не будет. Возвратную сохраняете, деньги вмещаете в течение 3 рабочих дней. Угу. Обычно. Ну, Сбербанк, если Сбербанком пользуются, то обычно так. Действительно, просрочка. Лежит другую покупку. Вообще непонятно откуда. Там короткие двери лежат, непонятно. Но после того, как мы нашли еще просрочку, они испугались, что мы сейчас купим еще кучу конфет. Поэтому только нам вернули деньги. Я больше чем уверен, что из-за этого. Хотя по закону обязаны возвращать в любом случае. За реализацию просрочки. Это действительно просрочка, чтобы доказать, что это свежие конфеты, они не могут. И почему я, беря конфеты, должен смотреть, какие внутри. Вот я убил, все. Мне не понравились. Вот я почитал описание, все, я взял и купил. Соответствует названию, не названию. Мне они понравились, я их купил. А там вдруг якобы где-то какой-то там срок. Ну это настолько такие сказки рассказывают потребители, что это вообще. Ну вообще, сейчас мы ждем. Некоторое время, конечно, не полчаса, но через 10 минут отходим. Полчаса. И за 10 минут они не сумели, они спорчатся. Ну, пока все. Что-нибудь пожелаешь или скажешь? Пожелаю. Ну, я больше верю, что вечером они утилизировать будут миксию, булочку. А то, что они не реализуют в течение дня, когда мы уйдем, это процентов 99,9. И все это опять не высадит на продажу, зато мы отсюда свалим. Да? Конечно, да. Так, пожелать, что можно пожелать? Ну, бардак. Я думал, что ты пожелаешь там донатов там побольше. А, донатов? Да подожди. Ну, конечно, хотелось бы попросить опять у вас донатов. Хотя от вас, от никого донатов, ни одного не поступало, ни 10 рублей, ни там 100 рублей. Кто там писал 100 рублей направил, но нету, ничего нет. Но я говорю, мы опять же много не просим, 10 рублей. Вообще же богачи у нас. Все туда сходите, сюда сходите, там. Все, ребята, сходите за русами. Потратить свое время, свои деньги. Почему самим-то не похоже? На чужом горбу-то как классно выезжать. А вы, ребята, давайте, у вас камера трясется. Давайте, покупайте нормальные камеры, нормально снимайте. У меня все. Молодцы. Не забывайте устроить конфеты. А ты видишь, какие здесь конфеты? Лежат. Там лежат. Совершенно абсолютно другие. Ну, снимай. Вот здесь. Мелкий вы там нормальный. Что-то вы нормально. Нет, нормально. Рядышком, вот, знаешь, я намалала. Вот еще из этих, посмотрите. Вы будете сразу убирать или будете ждать, пока пройдет 29 минут? Нет. До нашего прихода и начнем убирать. Маркировка где? Снимаю, это какого-то не делать. Это не то. Может так научиться. Да только так. Вот разговоры вообще не помогают. Что-нибудь еще посмотрим или пойдем? Ну, мы пойдем еще что-нибудь посмотрим, да? Ну давай посмотрим. Давайте. Будем. Ну, на втором, на третьего. Покупка, да, там самый похоже. А вот на разваты, там даже лишь уже. Ну когда снег появляется, да, это да, первый да. Признак, что нарушено. Вот он. Вот это хорошие ворота. Да. Снега нет. А это вообще никакие ворота. Изготовлено. Ну 5.01 будем думать, что у него перед сегодня 9 число. Ну почему не умирают? А? Да что, народ-то купит, почему бы нет? Мало кто смотрит на сроки годности. А вы прокатит. Будем до 9.03. А, ну просрочка, понял. Да. До 9.03. Просрочка лежит на реализации. Первому ряду списать. Интересно. А вот потом человек такой покупает домой, приносит, оно воняет. Интересно, понимаете? Фу, это опять нормально. Это собачка пойдет. Это все у вас как бы. Ваш мастер. По полному, по два полного, да?
Здесь. Но не все разные. Так, колбаска. Рунин, да? Бинго. 6.03. Сегодня 9. Сейчас вообще тут работает. Я смотрю, у вас очень много людей. Да. А? До какого? До второго. Второго на третьего. Баца я зовут. Вы за это надел? Нет. Нет? Вы? А вы что, говорите, я надеюсь, что вы будете? Я сейчас выкладываю. А вообще здесь кто? Все. Конечно, все. Понятно, вы что? Возьмите своим родным, купите, ну, детям, мужу. Вы покупаете? Так вы купите. Вот благодаря тому, что вот здесь оно лежит, и вы ходите, неизвестно чем занимаетесь, потом оно в это говно превращается. Это поставили сразу, а это, видимо, стояло тоже какое-то время, да, на стаксе. Почему они сразу выставляются? Вот они? Они сразу выставляются, вот мы видим. Если бы они подошли, то, наверное, ничего не выставляют. Автограф дать? Да. Ну давай автограф дам. Чего? Здесь достаточно видео. Ну, вот такие замечания. Раздавку мы вам отдадим, а это мы, наверное, приобретем. Приобретем, выкинем и зеленый разговор. Да? Хорошо? Ну, отлично. Вообще вот получается. Вот, вот это просроченное. Все. По 9-го. Ну, порвалось так оно. Вот у нас. Чего взял? Можете это вскрыть? Да, просто девочки, дайте работу. Чтобы это не попало на реализацию опять. Так, не все, ручка. Все очень бежит. Вот такие бежит. И сразу начинает исправлять. Между 20 лет, ну, пока мы не видим, все-таки начинает играть. Что? В этом плане молодцы, но все-таки очень мало. Они очень мешаются, а мы сейчас идем снова. Давайте подписаться на канал Мамай Про и про просьбу не забывайте. Не забывайте, скидывайте. Мы тут строим смысленные задачи. У нас разница у нас здесь, что нам здесь, что здесь. Валя, не могу, я пока тут нас порядок. И вот меня. Да. Всем всего хорошего. До свидания.